Так. И далее механизмы как работают прекрасно. Это же Древний Рим. Здесь все на механизмах держится. Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Хелге, вы смотрите канал Hellplay, и мы с вами сегодня продолжаем играть в Rise in Rima. Прекрасная игра про Древний Рим, прекрасный график и такой экшен, и с очень интересной историей, друзья. Перед тем, как продолжить, давайте на счет три. Раз, два, три. Брочай. И поскольку всем не терпится уже приступить, давайте приступим. Как помните, в предыдущей серии мы спасли императора, ну как спасли, отвели его в безопасное место и начали рассказывать ему историю. И историю рассказывать о наших юных годах, где опять же напали варвары и ужасно жестоко убили нашу сестру и нашу мать. И теперь наш отец, как и я, в полном бешенстве, и мы жаждем мести и спасения империи. Поэтому сейчас будем убивать ни на что негодных варваров, ну кроме как на убийство они годны. Продолжается серия жестоких абсолютно убийств. Мне нравится, как они вежливо ждут. Знаете, варвары, если так посудить, очень воспитанные парни. Ну, сами посудите. Я бью одного, провожу добивание. Смотрите, видите, он такой, я жду, простите, я помешал вам. Он такой, хорошо, я подожду. Вы убивайте, я подожду. Очень классные парни. О боже. Все, готово. Так, и все. И кат-сцена. Они так говорят, так прям, знаете, по-мужски. Отец! А он такой, сын! Мари, нас хотят убить! Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей! Отец очень смышленый парень. Марий, нас хотят убить. Логично. О, снова толстяк. Толстяк это не к добру. Вперед, Марий! Так я это уже делал. Говорит, чтобы раскрыть его, надо на это. Я так и себя начинаю драку. Ого! Вы знаете, вот эти жердяи, они во всех играх самые такие прям проблемные парни. Если дрыщей надо просто убивать нормально, идет дрыщ, ты ему как бы мечом махнул, ну и дрыщ отлетел, как бы все, с дрыщом покончено. То вот толстяки, ну, прекрати, вот. Но толстяки, это обязательно что-то эдакое. Обязательно это не просто убить его, зарубить мечом. Надо там раскрыть его или еще что-то. Кстати говоря, на фоне что-то прошло. Почему-то на фоне что-то прошло, и мне в голову медуза. Я не знаю почему. Наверное, из-за местности и так далее. Медуза в голову пришла. Пришла, взглянула на мои мозги, они окаменели. Поэтому я такой тупой. Окей. Мы думаем, куда идти. Так, девушка нас останавливает, поворачивает. Это знаете? Ну да, наверняка какая-то из богинь. Я только не знаю, как... Сюда. Там твоя судьба. Да, ясно. Она нас направляет, видите? Беги. Да. И она нас направила, то есть она не... А там как раз с той стороны вышли, видите, такое полчище варваров вышло. Вот нам повезло, сейчас бы с толпой сражались и нас бы зарубили. Хорошо, побежали вперед, куча трупов. Просто куча трупов, наверное, их оставил на... Опа, что это такое? Получен новый свиток? Здорово. О, смотрите, там парни. Они что-то показывают. Непонятно. Окей. Странно, что их не убили варвары. Не перелезли этот отец! Забор. О, да отец Марий, тут... Сюда! Отец тут без нас просто идеально справляется. О, посмотрите, еще что-то. Разблокирован новый вид. Наверное, отряд какой-то, да? Давайте поможем нашему папке. А то он уже старенький. Ему против такой толпы молодых парней сражаться не камильфо. Сломали шею. Достаточно быстро. Кстати говоря, так, надо себе опыт взять в виде бонуса. Так. Так, кстати, парень подрыгался в этот момент только что. Отец стоит, смотрит такой. Давай, сын, я верю в тебя. Если тебя убьют, я передам, что ты был коммунистом. Окей. О, какое выражение лица, кстати, было у него. Вы слышали? Мы шею проткнули, он до сих пор мучился. Вот это реализм. Контрольная точка. Окей-доки. О, да сколько же вас, а?
Просто, сколько же вас там нарожали-то, этих варваров? Это же ужас. Беги, пока можешь. Руки задолбаешься отрубать. И в поясницу. Все, все, прощай. До свидания, да. Я должен позаботиться о своих людях. Ты должен найти платье. В амфитеатре. Приведи его на форум. Мы защитим твоего отца. Иди. Такой голос, знаете, такой непрожженный. У нас такой голос такой, отец! Вот, а у нас отец такой, сын! Вот, а эти ребята, которые сейчас защищают моего отца, они такие, иди, мы позаботимся о твоем отце! И да, захвати нам чупа-чупс! Так они такие, такие детские, как бы, а мы такие, ладно, и ушли. Реально странно. Окей. Разрушили эти штукенцы и побежали дальше. Так. И далее механизмы как работают прекрасно. Это же Древний Рим. Здесь все на механизмах держится. Куча тряпок. Ну-ка. Оп. А, вон я кого-то вижу, смотрите. Варвары. Нет, вы не тронете платье. Нажмите, чтобы бежать. А я что делаю все это время? Иду? Так, ага, вот сюда. Понятно. Рим принадлежит народу. А, круто, мы сейчас кидать будем. Империя для народа. Да, да. Вас сюда. Печально было. На, ага, так. Нажмите ЛТ. Так, и РТ. Ей! Вот это я, кстати говоря, ни хреново так бросаю. И их ничему не учат. Ничему не учат их мертвые товарищи. Реально охренеть, как мы круто кидаем. Нам прям на... Нам на Олимпийские игры. Есть. Все рыдают. Сдохни, римляне. Нет, не сдохну. А, включите режим ярости, нажав РБ. Ух ты, ну-ка. Вау, вау. А, бонус ярости после казни врага, окей. Нам бы новый бонус дали, и мы теперь можем быть яростными. Такой некий стан на область. Ого! Вы видели, это в ярости было? Мы прям супер-супер... супер-супер быстро атаковали. Да, они как бы... Бля, круто реально выглядят. О, сейчас будет больно. Обштык его? А, нет, жаль. Я думал, его проткнет об штык. Было бы прикольно. Снова топор в воздухе. Где-то я это уже видел. Было бы круто, знаете, если бы он его поднял там. Закончились комбо приемы. О, толстяк пришел. Так, давайте сначала убьем худых. Толстяк медленный, он пока ждет, пока мы расправимся с дрыщами, чтобы съесть их. Сдавайся или умри. О, да, все. Ну все, толстяк, настало твое время. Вот. Все, да. Достаточно хорошие зубы у него были для варвара, заметили? Неплохо. Чистят, может быть, конским конем их. Окей. Так. Да. Отец опять. Они идут. Мари. Отец Мари. Бля, отец у нас капитан Очевидность. Они охотятся на нас, Мари, все это время.
Отец, я же думал, мы убиваем невинных. Нет, Мари, они все время охотились на нас. Какой ужас. Ого! А, мы его только повредили. Понятно. Отец, я помог тебе. Спасибо, что не попал в меня, сын. Нет за что, папа. То есть, папа. Я понимаю, я понял, что это мы Бэтмены. Мы Бэтмен той эпохи, фактически. Убить уже близко. И голос у нас неспроста такой, прожженный. Идем. Отлично. Кстати, мне только что написали, ранг разблокируем. Погодите, нам надо качнуться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Давайте, как всегда, жизни. Все, сейчас спустим на них. А, ну, кстати говоря, мы там еще можем сделать кое-что. Так, погодите. Бой. Вот я помню вот это, да, горящий орел. Так. А это что? Нет. Ух ты, можно еще. Здорово. Так, нет, это мы не будем. Погодите. И ярость. Давайте. Погодите, а мы же вроде прокачивали ярость. Не понял. Ладно. Хорошо, пусть будет. Пусть не прокачивали. Не пройдем, Мари. Вернись и опусти этот мост. Вечно я делаю грязную работу, пап. Почему я? Кстати, где эти два добрых молодца, которые его охраняли? Они бы нам сейчас пригодились, например, сбегать и опустить мост. Опусти мост, Мари! Да опущу я, папа! Скоро, папа, погоди! Взаимодействуйте с предметами. Похоже было на динамит. Продолжай. Что продолжать, папа? К форуму, Мари. Останавливаться. Все окей, папа, я иду. Могу я как-то тут пройти? Нет? Нет, придется так обходить. Хорошо. Надеюсь, пап, ты не умрешь, пока я бегу. Очень бы не хотелось потерять еще и отца. А, нет. Я понял. Мы будем идти там. Мы не пойдем с отцом. Хорошо, мы будем одни идти, как настоящий воин. Так. Ага, вот. Ага, вот, двигать повозку. Отлично. Ну, уберись, камера, с повозки, вот. Что вы бегите? Я нормальный. А, все боитесь толстого. Толстый, кстати, вот смотрите, модельки дрыщей, они различаются, да, зацените. А моделька толстого нет. Толстый, то есть он он постоянно восстает из мертвых. Вот они толстые, знаете, они очень такие малые, сильные. Нет, я за это не заплачу. Мне еще не заплатили жалование легионера. Как вы понимаете, вы напали на нас, и у меня сейчас нет денег. В стране кризис, видите, что вы натворили? Глупые варвары! А потом вы требуете... Ух ты, братья-близнецы, смотрите! Он скоро умрет, слышишь? Твой отец сегодня ты умрешь! Нет, мой отец сегодня не умрет. Хотя, по закону жанра и сценарию, скорее всего, я умру. Да не даст мне соврать зависший в воздухе топор! Вперед! О! Жестокое добивание, висящие сиськи. Погоди, а чего не добился-то? Все неправильно нажал я абсолютно. Все кнопки не те прожал, когда надо. Так, контрольная точка, окей. У нас мало времени. Хорошо, папа. Время для чего? Отец! А нет, теперь мы нормально сказали. Время для чего, отец? Чтобы улучшить, ну, я знаю, блядь, ну, так мы же недавно улучшали. Это нам напомнили просто. Улучшение к успеху. Да, ладно, ради вас специально давайте вот, вот так. Вы довольны? Улучшение ключ к успеху в Райз. Ну, так, все, а, все. Спасибо, что убрали табличку. О, смотрите. Разблокирован новый вид. Видите, новый вид, наверное, это... Идет речь, может быть, о каком-нибудь скриншоте, я не знаю.
Набор бустеров? Набор бустеров? Что это такое? А, это, видимо, для сетевой игры. За деньги. Окей, ну... Видимо, за деньги, которые ты получаешь за удачное убийство противников в сетевой игре. Куча людей. Наконец-то тут наши пацаны. Сидят крутые какие. Стоп. А зачем вы здесь оставили? Мы шнурки завязали, что ли? Нет! Нет! Ладно. Какой уворотливый малый. Есть. Немного здоровья за регенем. Все такие лысенькие и бородатые. Все деньги, у них прически модные. Видите прически варваров? Сейчас многие так пацаны ходят. Реально. Выбривают посередине и оставляют такую штуку себе. Варвары. Их дети еще живут на нашей планете. Да что ж такое? Отлично. Толстяк, ты проблемный малый. Сейчас тебе соски твои толстые обрежу, будешь знать. Не будешь больше сиськами трясти. Завлекать других варваров. Отлично. Мы, кстати, так и не применили до сих пор ярость. Давайте, давайте ради прикола. Не дайте ему идти. Все закончится здесь. Вообще читерная способность на самом деле. И они говорят так странно в этом замедлении. Сейчас накопим снова ярости. У меня сейчас буст, бонус стоит, буст ярости, поэтому мы ее... Что это за варвары? Какая, реально, какая разница? Мне надо узнать, какие они именно. Такой бред. Так, окей. О, боже. Самый смертельный удар, это удар щитом, понимаете? Отрубил руку, еще нормально, все нормально. Но добил щитом, это уже серьезная травма. Так. Хотя щитом, на самом деле, ого-гошеньки. Боже, да сколько вас? Это просто какой-то беспредел. Они где-то бесконечно идут. Так, спокойно, жирник. Да. Есть. Жестоко порезали толстого. Ну и где мои боги? Со мной, как вы видишь, я прекрасно вас рублю. Все при помощи богов. Сила, лунная призма, дай мне силу. Прекрасно. Ребята, я жду, когда вы закончите. Серьезно. Да твою мать. Может быть, вас где-то надо респаун уничтожить? Я не знаю, сколько можно-то. Все. О, надеюсь, надеюсь, это буквально последние пацаны. Даже долой руку, долой шею, до свидания. Кто-нибудь, помогите Леонтию. Да помогу я сейчас Леонтию. Аркадию Леонтию, кому попасть? Погодите, там чуть... А, вот, да, надо взять. Так. Все, пацаны реально устали, пусть отдохнут. Тихо, давайте. Давайте немного пострелять. А мы не можем... А, видимо, нет. О-о-о! Отец! Давай, говори, отец! Ты должен сказать отец! Все хуже, чем я мог вообразить. Ты должен спасти Рим. Спасти от... Спасти от них. К
сожалению, как говорит нам история, ему это не удастся. Ублюдочные варвары! Я сделаю, как ты просишь, отец. Я спасу от них Рим. Да. Пролью их кровь. Я командир Виталиона из 14-го легиона. 14-го легиона. Я сражался с твоим отцом. Так смущается, когда это говорит. Если ты жаждешь крови, то я дам тебе ее столько, сколько выдержишь. Спасибо. Ты же из 2-го легиона? Да. Да. Уже нет. Ты из 14-го. Добро пожаловать в 14-й. Блин, он так смущается. У него такой голос... Он как бы смущался. Простите, это ваш отец. Да, это наш отец. Его убили, да? Очень извините, прошу вас. Соболезнования. Я подготовку и сдержал свое обещание. С 14-м легионом я пролью море крови. Остров Британия — мерзкое логово на краю империи. Дом ублюдков, которые убили мою семью и начали восстание, охватившее весь Рим. После моего перевода в 14-й легион мы должны отправиться на эти острова. Я отомщу, подавляя мятеж. Вот так. Куча усталых ребят. Они еще не сражались, но уже усталые. Приготовиться к высадке. Все. Сухая земля и горячая еда ждут нас. Моряки, приготовиться к причаливанию. Центурион, цепи поднимаются. Нам не удастся подойти. Флот будет разбит в дребезги. Зажигательные снаряды! Все, жесть! Где наш центурион? Убрать цепи! Убрать цепи! Еще один. Насколько, да, в море жестоко подыхать? Это вообще полный пипец. Опустите цепи в гавани. Окей. Доберитесь до берега. Прости, мой друг. Я думаю, он тебя простит. Все, побежали. Наши мертвые ребята. Так, что это? R смотреть? Что? Я играю на... Так, пойдите, что смотрите? На R. Если не разрушим башню с цепью, наш флот будет уничтожен. Погодите, ну-ка, если я R нажму. Ну-ка. А! Погодите, что за бред? Все. Не знаю, к чему это. Так. Получен новый свиток, окей. А, вот смотрите, еще. Ну, кстати, без шлема это отстой.
Чтобы нанести сильный удар, нажмите и удерживайте. О, здорово, погодите, это мы еще не знали. Ну-ка. Ух ты, вы видели? Клево, нам добавили сильный удар. Отличненько, кстати. Я сменил на здоровье бонус во время добивания. Так, а теперь на ярость надо сменить. Готово. К славной смерти? Это все, чего ты хочешь добиться в этой жизни? Это отстой, бро. А че ты это встал, легионер? Давай как-нибудь там сзади его. Ясно, вот она. Мужская дружба. Солидарность и так далее. Стоит, пока я его убиваю. Ему должно рекламе шампунь надо сниматься. Этому толстяку. Опа, смотрите. Соберем остатки 14. Еще один свиток. Да, пойдем соберем. Выжившие спасены. Ага, понятно. Внизу, уничтожить их! Взял! О! Один готов! Такие радостные, один готов. А, чтобы уклониться от стрел. Да, я понял. Нам надо двигаться! Вперед! Смотрите, я хочу стрелять. А, у меня нету, понятно. Стрелы можно отбивать, нажимая А. Это еще круче, ну-ка. Бах! Круто! Я крутой парень. Ох, у него лук есть. Интересно, мы его сможем забрать? Я бы забрал лук, было бы прикольно. Видимо, нет. Как они легко одеты, это же просто жесть. Бабах. До свидания. Лучники мертвы. Выдвигаемся. Со мной. А, то есть они решили спуститься к своей смерти, понятно. Не ожидал этого, римлянин. Расставлен собственной башней. А теперь отдай мне. Дохните, римские звери! Отлично, мы прям, как в фильмах, знаете, подобрали, кинули, убили. Сегодня ты умрёшь! Все, сейчас будет жестокое добивание. Там был красный череп. Это значит удар в спину будет. Да твою мать, жирный. Как вы затрахали меня, жирные. Отличная цепочка у нас с вами. Недавно купил. Спасибо. Так. Все больше выживших. Все? Ищите выживших. Я разберусь. Да ладно, ты такой крутой. Блин, он реально очень крутой. Смотрите, он вообще ничего не боится. Там три обычных и один толстый, а он такой, я разберусь с ним, с ними, иди, ищите выживших. Но они еще достаточно тупые. Пока я медленно добиваю их собрата, они все такие смотрят. Так, а? Пацаны, сейчас он добьет, давайте, подходим. Вы уже давно бы убили меня, ребят. У вас реально хреновые эти, как их там, командиры, которые вас тренируют, не знаю. Отстойно, никакой подготовки, абсолютно. Жирный вообще отвернулся сейчас, пока мы этого добивали. Ранимый парень. Такой, не-не-не, я на это смотреть не буду. А ты, блин, ну волосы у него реально клевые. Реально клевые. Так, окей, идем дальше. А, нет, сюда мы не можем. Вот сюда, наверное, да, куда-то? А, вот сюда, все. Друзья! Вот здесь мы с вами и остановимся. Вот такое у нас приключение сегодня было. Прям мы отправились мстить. Отправились убивать и потеряли отца. Но то, что потеряли отца, было достаточно предсказуемо. То есть, ну, мы это понимали, да?
В общем, как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, друзья. Как наберем нужное количество лайков, давайте снова 1200 и сразу же продолжим. С вами был Сергей Халдей. Не хворайте, не болейте. У нас есть канал на Twitch, там проходят прямые трансляции. Плагин автоматического уведомления. Группа ВКонтакте и в Стиме, и я из ВКонтакте. В общем, давайте коммуницировать с вами, общаться. Заходите к нам, добро пожаловать. Ну, а всем теперь пока! Давайте разберемся с этими ребятами. Нас, как вы видите, экипировали. Нас учат, как сражаться. Это нам не нужно. Мы умеем сражаться без проблем. Сейчас мы их убьем. Вот это вот как нас учили. Мы парируем. Противники эти довольно-таки слабые. Так, ну что, мужики, вы готовы? Я нет, я хочу уйти. Почему я не могу этого сделать? И почему они суфлаг? Вы понимаете, что я самый уязвимый из вас? Так я еще и внимание флагом привлекаю. Типа, стреляйте в меня, я такой неуязвимый. О боже.